Всем привет! Я Буратино. Вы на канале Дани и Ваня. Вы все знаете, как меня зовут. Итальянцы меня называют Пиноккио. В итальянской сказке меня укусила змея, между прочим. Да, она была большая, такая, ух. Итальянцы ее полюбляют, эту сказку про Пиноккио. Там тоже ее смотрят. И слушают, и читают маленькие дети и взрослые для маленьких детей ее делаю. Так что вот так то. А Буратино, Алексей Толстой, написал сказку про Буратино, приключения Буратино или Золотой ключик. Они отличаются сильно. Так что, читайте. Мои маленькие друзья, сказки, и сравните, в чем их отличие, и вы поймете, сказки читать это очень хорошо, очень хорошо. Я вам советую, но вы не вздумайте никогда сажать свои деньги в землю, потому что они не вырастут. Буратино сильно обманули. Вот. Вы же не хотите, она дураков. Находится очень далеко. Вы хорошо учитесь и попадете в другую страну. В страну хороших мальчиков и девочек. Умных, благоразумных. А страна только для дураков. И умным в страну дураков вход запрещен. Так что вы не бойтесь. Учитесь хорошо. И будьте всегда умные и благоразумные. А это пес Артемон, друг Буратино, Мальвины и Пьеро. Он очень добрый и любит маленьких детей с ними играться. Смотрите наш канал Даня и Ваня, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пальцы вверх, только вверх. И всегда будьте в курсе всех новостей. Всем пока, пока.